У нас, короче, всех остановили, вроде где-то не габарит идет. Всех кинули на обочину. Вот он, экипаж всех останавливает. Не пойму, откуда будет ехать. С Воронежа. Там Воронеж, сзади Курск. И вот машинка стоит, ждем. Самое интересное, что вот там наверху тоже все стоят. И у меня есть предположение, что будут везти, но я пока молчу. А то могу ошибиться. Походу, мое предположение было верно. Остановили всех. И походу везут второй реактор на станцию, на атомную. 350 тонн. Сейчас покажу. Вот это работа. Вот кого мне жалко, блин. Теперь они едут за реактором. Сколько он там едет? 40 км в час. Смотрите, какая пробка. И не объехать, не обойти, как говорится.